Приходится начинать выпуск с очередного трагического случая. В одной из квартир Рижского микрорайона Югла найден мертвым 7-месячный младенец. Полиция начала уголовный процесс по факту его гибели. Первоначальная информация ясна, что в 10 часов вечера во вторник ребенка покормили, а утром в среду его мать проснулась, констатировала, что ребенок не дышит, и потом позвонила медикам. Они констатировали смерть младенца, назначена экспертиза. Она показала, что смерть ненасильственная. Мать и отец ребенка в поле зрения полиции до сих пор не попадали. Погибшего младенца была лишена прав на двух других своих детей, которые на данный момент живут со своими отцами.